Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в новый ролик. Ну что, ребята, настало время охоты на хуковое кето. Друзья, я уже набил кучу монет, кучу потратил, опять кучу набил, потом опять кучу потратил. И, короче, мне не падает, он вообще не падает, я не понимаю почему. Давайте посмотрим, сколько их сейчас в игре. 155 штук в игре, офигеть. Ошиба Бред вообще 36. Вот это жестко, ребятки. Короче, ребята, я думаю, он сейчас дорого стоит. Почему-то, кстати, не показывает рэп. Полетели, ребятки, трендиться, полетели его искать. Но перед тем, как я начну, как всегда, попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк усик этому видосику. Погнали! Также, друзья, у нашего YouTube канала есть свой телеграм-канал, где мои подписчики первыми узнают все новости и что будет в новых роликах. Так что присоединяйтесь, ссылка в описании. Итак, ребятки, вроде бы мне помощники писали, что есть уже такое где-то у подписчика. Но это не точно, ребята, поэтому я побежал в трейдинг-плазу. Мы сейчас заходим на про-сервачок и будем его смотреть. Потому что, ребята, очень много скамеров пишут. Кстати, моему помощнику вчера написали, что типа, у меня есть кавай кет, могу дать Фанриксу на ролик. А потом оказалось, что это скамер, он ему скинул скам-ссылку и думал, что мои помощники настолько наивны, что зайдут по скам-ссылке и поведутся на это. Поэтому, ребята, кстати, если вы трейдитесь, по скам-ссылкам не проходите. Должна быть Roblox.com и без всяких дописок. Итак, ребята, смотрим, что у нас здесь. Так, питомчиков пока что не вижу. Тут куча питомчиков, какого-то чувака, которых мне не надо. Так, что у нас здесь? Продают что-то на аукционе. Аукцион, ребята, пустой вообще, пипец. Смотрите, какой аукцион печальный. Ну реально, это печально. В аукционе что-то вообще перестали все продавать. Видимо, потому что ничего не покупают. Либо я не знаю, ребята, что с аукционом произошло. Так, ребята, оно же должно быть от высшего к низшему, наверное. Поэтому, если у кого-то есть такой питомчик, то по левасику будет его продавать очень дорого. О, ребята, вот я, кстати, перепутал Inferno Cat и Inferno Dominus. Они разные. Я подумал, что это один и тот же пет. Он дорогой, этот Inferno Cat. Так, что у нас тут? У нас тут радужные питомчики. Радужный мимик. Офигеть, у меня мимика вообще до сих пор не было. Так, это кто у нас? Балун Дрэгон. Так, ребятки, что-то мало, что-то мало. Наверное, все идут на вот этот ивент, хотя не знают, зачем на него ходить. Потому что, ну, он реально какой-то уныльненький, этот ивент. Уже нет смысла в этом ивенте, ребята. Не знаю даже, зачем его оставили. Петы, которые в кавае, намного сильнее. Кстати, ребята, говорят, что уже у нас скоро будет обновление по кавае. Еще дополнение. Я так и знал, что будет еще дополнение. Поэтому ждем, что-то новенькое там нас ожидает. Так, ну давайте старым дедовским способом нажимаем вот так вот какого-то чувачка в банчик и попробуем перезайти, чтобы нас закинуло на другой сервак. Так, а ну-ка проверяем. Да, отлично. Залетело на другой сервак. Но что-то, ребята, вообще прям как-то уныло. Вы не замечаете? Как-то уныло стало по ходу обновления, все проиграли и ничего нет интересного. Так, у нас тут что? Оранж кет. Ребята, кстати, у меня такого нет. 85 его цена, а тут 83, короче, по максимуму чувак продает. Офигеть. Тут у нас что? Опа! Love Lamp. Нормально. 200 миллиардов. Неплохо, неплохо. Так, давайте смотреть Дискорде. Я что-то смотрю, тут вообще прям беда какая-то. Так, друзья, смотрим. Huge Kawaii. Вот так вот будет вообще найс. Так, Buying List. Ага, это он купит. Купит Rainbow Huge Kawaii. Ничего себе, 10 триллионов у чувака. Нормально. Где этот скрин взял? Так, ну это какой-то бот. Смотрите, сколько у него сообщений. Мы таких сразу забаниваем. Вот так, найс. И все, больше никого нет. Не понял, что Huge Kawaii Cat никто не продает. Trading Gold Easter Cat for Huge Kawaii. Ребята, прикиньте, Kawaii Cat они продают. Что такое? Что происходит? Оп. А давайте просто кавай вбьем. Так, ребятки, я не понимаю, в чем проблема. Я не могу найти кавай. Может, я неправильно ищу? А ну, давайте на випку зайдем. Вот так вот посмотрим. На випке, кстати, тут прикольно. Если вы вип, вы можете скидывать сюда картинки. А вот на первых... Нет, прикиньте, кавай кета никто не продает. Я не понял. Вот такой вообще супер-пупер уникальный. Так, а ну, давайте у нас на серваке посмотрим. Так, трейдинг, трейдинг. Смотрим, смотрим, смотрим. Картиночки, все есть. Так, офигеть, друзья. Просто офигеть. Я что-то думал, что полегче будет его найти, реально. Так, ну окей, ребята, давайте посмотрим. Там подписчик вроде бы как говорил, что у него есть. Надеюсь, это правда. Давайте зайдем и проверим, скам или нет. Так, ждем, ребятки. Надеюсь, не скам, друзья, потому что сейчас так много скама развелось. Я вообще даже в шоке. Так, ребятки, вроде бы есть. Ребятки, вроде бы есть. Привет, здорово, здорово. О май гад, я уже думал скам, ребят. Я уже думал, что сейчас простою и никто не зайдет. Привет. Здорово, здорово. Блин, ребятки, какой он красивый. Офигеть. Какой он красивый. Очуметь. Пьючковая кет. 201 миллиард 246. Нормально, ребятки, нормально, мне нравится. Так, ну давайте мы его спросим. Он хочет, может быть, я его сейчас затрейжу? Если затрейжу за 250, норм будет. Вот так вот, что-то думает, что-то думает. А, я думал, это от кота отходит такая, вручается, аура. А это от него такая аура, прикиньте. А давайте мы его спросим, а где ты его
взял. Чё такое? А, у него аккаунт 13 минус, я понял. Блин, не видно нифига. Выпил? Нифига себе. Круто. Много потратил? 200. 200 миллиардов. 200 миллиардов? Ты чего, братан? О май гад. Так, ща побегаю и вернусь. Давайте попробуем затрейдить его, ребят. Это будет топчик вообще. Так, а мы забыли его одеть. Давайте мы его сначала оденем. Вот он, друзья. Вот это Настя. Блин, прикиньте, у чувак, короче, его выбил за 200 миллиардов. Почему мне так не везет? Почему? Я уже потратил триллионов. Я даже не знаю, сколько, ребята. Наверное, 20 либо 30 триллионов потратил. И мне он до сих пор не выпал. Везет, везет. Красавчик, конечно. Так, давайте пробовать трейдить. Открываем трейд. Так, это у меня лепрекон кет. Это уже нормальный кет. Хьюч кавай кет. Так, пишем. О, сразу же не успели ничего написать. Сразу же предлагаю что-то. А ну-ка. Так, пока он предлагает, пишем селлинг. О, пошла жаришка, смотрите. О, так, ну мне кажется, это мало. 103, ребята, 103, 16. А что так подорожали? Что, хьючки лороки подорожали, что ли? Фу, да не, братан, это мало. Ты чего? Ерунду какую-то мне тут предлагаешь. Так, и напишем сразу selling or trading huge kawaii kit. Это мало, я хочу overpay, ребятки. Я хочу за него получить overpay. Так, ты что мне дашь, братанчик? А ну-ка. Huge storm agony. 219 и 30 миллиардов. Ну, ребята, смотрите, он мне дает прям так, как оно стоит. Что-то мне кажется, что нужно добавить. Ребята, как вы думаете, win или lose? Все, не захотел, не захотел. Он мне дает прям так, как оно стоит, ребята. Ну, попробуйте его сначала достать. Их 155 штук в игре. Надо лучше находить. Ой, я только сейчас заметил, что у него вот эти вот, получается, какие-то сердечки, цветочки от него исходят. Смотрите, как мило. О май гад, посмотрите на чувака, сколько у него тут всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Офигеть. Лимонка, кто такой лимонка? Это что-то наше, походу, это кто-то наш. Смотрите, у него на 111 триллионов. И вышел, нормально, зашел, похвастался и вышел. Так, а ну-ка, Войтек, что ты мне дашь? Прикли панда и что? Что ты там пишешь? For huge all games. Да не, не, братанчик, мне это не надо. Мне нужно, что ты мне что-то предложил за моего котика. Так, Ангелус, ребята. Huge Ангелус. Офигеть. Блин, друзья, что же делать? Ну, мне кажется, это неравноценный обмен, потому что их меньше. Но, ребят, тут есть шанс, что они выпадут, а с Ангелусов, конечно, шанс намного меньше. Я даже не знаю, ребята, что делать. Видно ли луз? Просто не хочется, знаете, продать, а потом, чтобы чувак обижался, что я ему дешево продал. Я даже не знаю. Мне кажется, что-то бы еще добавил, было бы нормально. Давайте напишем at least. О, о. Но мне кажется, ребята, что это мало все-таки. Это мало. Что-то мне кажется, что это мало. Как вы думаете, win или lose? Мне кажется, надо побольше, надо побольше. Так, Олаф, что ты мне дашь? 34, 40, 62, 53. Да нет, тут уже даже явно, тут явно. Не то, не то, не то. Давай что-то прикольное, денег больше давай. Побольше денег. Так, поменял, ребята. Не, мне кажется, это не подходит. Это не подходит, good. А давайте мы еще попросим, эд, братик, эд, добавляй. О, это уже лучше. Да не, хотя нет, ребят, нет. Мне такое не нравится. Я хочу что-то получше. Я жадный, я хочу получше что-то. Так, а ты, братик, что дашь? А ну-ка. Please, 55 миллиардов game, my favorite pet for sale. Oh my god, did you hatch? Ничего не понял, братан. Ты у меня просишь гемов? Или ты хочешь за 55 миллиардов продать? Ребята, обожаю таких трейдеров. Так, ну давайте попробуем за 250 его поставить. Посмотрим, купит его или нет. Так неудобно все равно этот аукцион стоит. Вообще пипец просто. Так, давайте 250 миллиардов. Вот, 5% теряем, ну, надеюсь, купят, ребят. Давайте посмотрим. Яйцо. Яйцо продает за 9. Кстати, яйца можно продавать, я не знал, прикиньте. Я не знал. Так, давайте 9,3. 9,4 уже. 9,4 нужно поставить, что ли? А давайте 9,5. Так, а ну-ка, получится или нет? You must beat. А, больше нужно. Ой, смотрите, цена растет, как быстро. 9,6. Ну, в принципе, за 9,8 можно взять даже, ребят. Так, 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 а ну-ка, получилось поставить ставку 9,8. Нормально, если кто-то перебьет, тогда уже нет смысла. Ну, за 10 их, ребята, можно купить. За 9,8 нет. А ну-ка, повезет или нет? А ну-ка. Одна секунда. Бдыщ, да, яйцо мое. За 9,8 миллиардов. И сейчас будет кавайке. Так, ребятки, пошла ставочка, пошла. Ну, давайте, ребятки, покупаем. 40 секунд осталось. 250 миллиардов раз, 250 миллиардов два. Кто даст больше? Так, у нас тут есть вообще какие-то богачи? Ну, в принципе, тут богачей не так уж и много, на самом деле, на серваке. Только я еще и какой-то один чувак. Надо пожирнее сервак находить, ребят. Так, 15 секунд, ребятки. О май гад, нет, не продам. Я думаю, если я бы его поставил где-то за 220, я бы его сразу продал. Но я хочу по оверпэю, ребят, продать. Не, не получилось. Ой, чувак написал, блин, гемов нет. А ты бы, чтобы, наверное, бы купил, если бы они были. Собирай тогда, собирай. Когда будет у тебя достаточно гемов, я приду, чтобы ты у меня купил кого-то пета по оверпэю. Нормально будет. Так, а теперь давайте еще
ящичка откроем наши. Я специально зашел на обычный сервак, чтобы оно выпало мне. Чтобы можно было заюзать суперлаки и ультралаки. Вот так вот, отлично. Так, вот оно. Давай, открывайся, открывайся, открывайся. Не, нифига, нифига, нифига. Обычный питомчик, смотрите. Оп, даже не хук, ни разу. Вот это было бы прикольно. Прикиньте, одно яйцо купил, и он сразу выпадает. Титаник, я бы офигел. Надо, короче, ребята, его подписать, чтобы продать по такой цене. Это будет вообще нормально. Мне кажется, за 250 бы взяли бы его точно, если он был бы с подписью. Как вы думаете, ребят? Так, давайте мы вернем питомчика, братанчику. Спасибо тебе большое. Ребятки, ну прикольно. Мне нравится вообще этот питомчик. 155 штук в игре. Мне кажется, просто нужно было попасть на сервачок, на котором больше денег. Просто нужно вовремя находить, ребят. Если вы хотите такого питомчика продать, нужно продавать на таких серваках, где много нормальных трейдеров. Друзья, за сколько вы купили бы такого питомчика, с учетом того, что их всего лишь 100 штук в игре? Пишите свои комментарии. А вам спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Меня зовут Фанрикс. Желаем хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!